включиться в обсуждение проблем курортной отрасли, с которыми мы сталкиваемся из сезона в сезон, призвал глава Анапы Юрий Поляков каждого сидящего в зале. В городском театре собрались 500 человек. Представители градообразующей отрасли в экономике Анапы. Это руководители санаториев, туристических агентств, ведущие ательеры, представители надзорных и контролирующих ведомств. Все, кто должен быть заинтересован в продвижении курорта, в обеспечении комфорта и безопасности наших гостей. До мая будущего года предстоит решить массу вопросов. Акцент расставлял глава, например, в теме содержания пляжных территорий. Все едут на море. То есть интересуют пляжные территории, интересует море и отдых на море. Поэтому пляжные территории для нас вопрос номер один. Вот когда я выше говорил о том, что какие приоритетные задачи мы ставим там на курортный сезон 2018 года, это в первую очередь пляжные территории. Понимаете или нет? Сегодня вы понимаете, открыта Турция, Египет, сегодня Крым, сегодня то все, сегодня за отдыхающего нам надо бороться. Губернатор ставит такую задачу, что надо за отдыхающего бороться и давать возможность ему возвращаться к нам обратно. Понятно, что санаториям проще, допустим, они имеют пляжную территорию, у них как бы все включено, и пляжный отдых включен, все. А тот, кто просто так берет пляж, у него одна мысль, как отбиться за то, что он его взял, этот пляж. И начинается там торговля шашлыками, вином, пивом, 5-10, позорище курорту. Ну, хочу сказать вам, максимум сил приложу, и у нас есть понимание с правоохранительными органами, мы не дадим такой возможности на пляжных территориях разводить такую, грубо говоря, хашламу, которая там происходила в этом курортном сезоне, а поверьте. Так что будьте готовы и готовьтесь к пляжному сезону. Подробнее о других темах совещания мы расскажем в наших следующих выпусках.